Здравствуйте, друзья! Сегодня расскажу о парке Биосфера. Вход в парк стоит в будние дни 450, в праздничные выходные 450. Сейчас мы спустимся. Все, пошлите. В этом Валерии у нас зебра. В парке есть кенгуру, но, видимо, они сейчас спрятались от солнца. И вот я вижу, они там вот внутри за стеклом отдыхают. Кенгуру спрятался в помещении от солнца. Что-то жует. А в этом вольере индийский дикобраз. Кстати, вон он внутри домика. С этой стороны обитают козочки. А вот это лама. Вру, вот это альпака. Здесь уже черные лебеди, гуси, утки. С этой стороны, вот вы видите, это азиатский буйвол. На вольерах есть таблички с описанием животных. И чуть левее верблюды. Давайте посмотрим поближе. Здесь целый загон животных. А это, видимо, пеликаны. Это гуси. А это еще одна разновидность пеликана. Чуть не сел мою камеру. Да, лучше так не делать. Здесь за стеклом живет степная лисица или корсар. Вот еще одна. Здесь попугаи. Синий-желтый ара. А это сурикаты. А это кто? А вот это, наверное, и есть лемуры. Это мангуст. А в этом вольере белый тигр лежит на мостике. Спокойно сидит черная пантера. Кого-то высматривает. А вот зашел леопард. Красивый леопард. А здесь лежит ягуар. А в этом водоеме розовые фламинго.
этом вольере отдыхают два гималайских медведя. Дождались, когда медведи гималайские вышли из вольера, и теперь мы видим, как они играются. В парке есть небольшие фудкорты. Рядом с фудкортами есть стулья, столы. Здесь можно перекусить. Все красиво оформлено. И здесь можно увидеть вольер с птицами. А это всеми знакомые еноты. А там наверху ресторан. В парке также есть аттракционы, включая колесо обозрения. А в этой части парка ламы. А эта лама лежит и отдыхает. А вот павлин идет. Спой, птичка, спой. Иди ко мне, иди сюда. Хочет с ламой подружиться. А сейчас пойдем прокатимся на колесе обозрения. Чтобы попасть на колесо обозрения, нужно подняться по лестнице наверх. Итак, посмотрим, какие аттракционы есть в биосфере и какие на них цены. Спортивный батут 150 рублей. 7D-лист 200 рублей. Емеля, это такой же, как и стоит в городском парке культуры и отдыха, 200 рублей. А где колесо обозрения? Колеса обозрения не видно. Ну, наверное, непосредственно около него будет цена. Вот такие вот аттракционы есть в парке. По парку расставлены вот такие вот фигурки зеленые, красивые. Вот так вот он выглядит со стороны аттракционов. Указатель к кассе. Сейчас подойдем и спросим, сколько же стоит колесо обозрения. Вот, кстати, оно само. Здрасте. А колесо обозрения сколько стоит? 200 рублей. 200 рублей на человека? Карты можно, да? Да. О, давайте. Один. Наши карты есть? Но... Нету. 50 рублей залог на нашу карту. Вы потом можете вернуть, я на 50 рублей вернула, можете оставить себе. Но обязательно нужно еще взять 250 рублей. Ага. Еще одни, да? Да. 200 рублей. А уже все здесь, да, на карте? Да. Ага. Да. А там надо прикладывать? Там есть оператор. Все хорошо. Спасибо. Здрасте. А можно в открытую? Закрытая? А, здесь стерна, стекол где-то нету, да? Ну давайте сюда тогда сядем. Это полуоткрытая? Да, полуоткрытая. Давайте вот сюда. Хорошо, вас два взрослых. Да. Так, ждем следующий. Три вида кабин. Закрытые полностью, полуоткрытые и полностью открытые кабины.
Так, наша кабина номер 6. Что говорите? Спасибо. Потихоньку поднимаемся на колесе обозрения в высоту. Вот такой вот красивый вид открывается с колеса обозрения на правом берегу. Вон там вот находится Квань. А вон там вот находится левый берег города Калуги. Мы стремимся к самой высокой точке на чертовом колесе. Все, мы снижаемся. Юля, тебе понравилось? Юля говорит, что ей очень понравилось на колесе обозрения, в парке Биосфера, в городе Калуга. Спасибо. Спасибо. Кабины аккуратные, безопасные и чистые. А вот если на вот этом один человек запустите, ну, или нет? А, на одном. От двух человек, да? Все, знаете, хорошо. Вы куда хотите, вот, на ракушке? Да. Вот мы ждем тоже, давайте. Давайте. Так, запуск аттракциона «Ракушка» от двух человек и более. Одного человека вас здесь не прокатит. Все, детей усадили, закрепили. Сейчас будут запускать. О! Нормально так крутит. Друзья, при покупке билетов на аттракционы вам деньги закидывают вот такую вот карту, которую также нужно будет приобрести за 50 рублей. Но если она вам не понадобится в дальнейшем, вы ее можете сдать, и вам 50 рублей вернут. Наша прогулка по парку Биосфера закончилась. Все очень понравилось. Сегодня пятница, народу не так уж много. Скорее всего, выходные, в субботу, в воскресенье здесь будет народ, людей побольше. Все аккуратно, красиво, чисто, мусора нигде нету, животные все содержатся в чистоте, накормлены, напоены и довольны жизнью. Спасибо, что вы смотрели это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите новых видео. Друзья, забыл совсем сказать, что на троих нам посещение обошлось в 1750 рублей. Это 1200 входные билеты, ну это с учетом с льготным билетом. И 550 мы прокатились на колесе обозрения вдвоем, и один человек прокатился на аттракционе «Ракушки». Так что рассчитывайте, сколько вам нужно потратить будет, если вы соберетесь посетить парк Биосфера.